Мои подруги все работают, все успешны. А я сижу дома с ребенком. А ведь я мечтала о карьере. И ведь меня ценили. Я была важная, нужная, значимая. А теперь вот, вот моя карьера. Я как будто бы теперь и вовсе не нужна никому. Я раба четырехлетки. На первый взгляд ребенку лучше, когда мама рядом 24/7. И иногда маме хочется восполнить ребенку то, что она сама недополучила в своем детстве. Но если ваш двигатель вина и тревога, то неизбежны эмоциональные срывы и в том числе на ребенка. А ведь важно порой не количество, а качество. Кроме того, ваш ребенок находится в вашем эмоциональном поле и считывает ваше состояние. И, собственно, он научается жить с ним, формируя свои собственные стратегии. Причины ситуации здесь могут быть разные, но выход всегда есть. Приходите, будем разбираться с вашим состоянием и с вашей конкретной ситуацией. С вами была Анастасия Василенок, психолог, который дает крылья.